погнали за Неджей. Так, остается, в общем-то, 16 часов с копеечками, 16 часов 19 минут до окончания акции, ребятки. В общем-то, ну что, тут осталось буквально меньше, чем один день, то есть ночь поспать, и там днем закончится эта акция до вечера, то есть она не дотянет. И у меня-то есть 13 тысяч очков, ребята. В принципе, я могу, я думаю, что смогу открыть еще два сундука. То есть мы открыли сундук вот этот за 6900, вот этот за 7539, вот здесь сундук за 8100, вот тут рядочком вот этот по диагонали за 10000 и внизу сундук за 12000. Ну, не знаю, то есть мы полностью открыли там 10 уровень, может, нам здесь повезет, то есть если сундук, монетка будет не в последнем сундуке, то мы это сможем сделать. Так что побежали, ребятки. Я думаю, сейчас откроем один сундучок. И там за ночь, за утро откроется второй сундучок. Я думаю, сюда с телефона как-то запишу, не запишу, но, по крайней мере, добавлю уже кусочек видео, в котором буду рассказывать и показывать. Так, отлично. Погнали в бой. Так, у нас здесь китайский мудрец. Выжили оба. Очень даже удивительно. Так, это первый бой. Бой номер два. Ух ты, ё. Это печально, конечно. Но не страшно. Хотя это будет полное невезение, если у нас монетка всегда в последнем самом дорогом сундуке. Так, вот средненький дракончик, тоже первый раз такого вижу. Блин, здесь, наверное, столько драконов, которых я никогда не видел. Чуть ли, наверное, не в каждой серии попадается. Так, ну и открываем сундук. К сожалению, ничего нам не попалось, ребятки. Так, ну вот теперь мчимся сюда. Но сюда, как вы поняли, мы сейчас не дойдем. Просто не хватит очков. А, или хватит. Подождите, там с учетом на карте у нас рисуется как? А, на карте рисуется с учетом этих. Пропуска боев. Да, также бой нам бесплатно обходится. Если мы в нем. О, дракон Гречен. Прикольно. Из Monster Legend. Отравили ведьму зельем. Но у нас есть, правда, дракон-ведьма. Да, так что это на карте у нас рисуется полный фарш. Так, дракон сумо сейчас будет больно нас бить. Да что-то не очень больно. Да, очки как были, так и остались, они не снимаются. Значит, ребята, у нас неплохой шанс. А сколько же там, давайте сейчас закончим и прикинем, сколько мне понадобится, чтобы пройти там. Так, если так, так, то так, так.
тоже какой-то интересный дракон, вот этот первый мне нравится. Как какой-то кайдзю. А как там по-японски те кайдзю, которые в фильме, это называется дайкайдзю. Дайкайдзю. Дай это типа большой кайдзю. Потому что, как там говорилось в одном видео, Чебурашка это тоже кайдзю. Кайдзю это странный зверь. То есть не большой ужасный монстр, а просто странный зверь. Ну это, ну вы понимаете, ребята, это просто полный пипец. То есть в последнем сундуке, то есть надо сразу идти на самый дорогой сундук, получается. Других я что-то не пойму. Ну мне не хватает сейчас очков даже. Я стою сейчас на 1375. Вот давайте я калькулятор открою. Думаю, вам видно. 1375 плюс 1500 плюс 1625 плюс 1750. И плюс 1200 за сам сундук. То есть мне нужно 7400. Ребята, насобирать. Минус 1155. 6000 очков. Ну, я думаю, это мы насобираем. 6000 очков. У нас будет где-то еще, ну, минимум 3 полных обновления, да. 6 и 3, даже меньше будет обновлений. Будет обновлений меньше, чем 6. А сколько у нас там очков? Сколько у нас заданий? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 тысячи. То есть 1009 за 3 обновления, да. То есть я, в принципе, должен насобирать. Сегодня придется попозже лечь, пораньше встать. И думаю, мы это подземелье сделаем с вами. Так, ой, не туда, а вот сюда. Так, здесь я еще дособираю вот битвы, дособираюсь. Сегодня наловлю немножко существ, конечно, все полностью, наверное, не выполню, но большую часть смогу. То есть я играю полностью без доната еще, я знаю, то есть одну свою ошибочку, блин, она переместилась. Ну ладно, ладно, это самый большой. Ну что-то у меня как-то существа плохо появляются. Может, надо на часок другой оставить их в покое, чтобы не появились. Так, ну с золотом я уже разобрался. Золото больше собирать не буду. Через 14 минут я соберу еще разочек еду. И потом можно ставить потом еще пару раз. В общем, я по часу пока ставлю. Потом можно, наверное, поставить еще на час еду. Ну, в общем-то, буду разбираться, как бы нам это получше сделать. Скрестить драконов, пойму, ну, наловить существ за 4 часа, но думаю как-то наловлю. То есть я еще часа 2-3 спать не буду, и это все дело наловлю, ребята. В общем-то, ребятки, я даже ночью собирал, как видите, насобирал здесь 6000, это я уже сейчас, у меня утро, осталось 3 часа, как вы знаете, акция у нас закончилась где-то в районе обеда. Все это добро я долго собирал, даже что-то там алмазики потратил на ускорение, но, как показала практика, алмазы, в принципе, можно было и не тратить. Я там 2 раза ускорял выведение, потому что, чтобы получить неджу, мне и так очков хватило, а там, чтобы собирать все сундуки, шансов не было, но при том я практически все, ребята, все вот эти вот этапы проходил полностью. Ну, жутко не везло. Полностью пришлось пройти 12-й этап. Полностью прошел 10-й этап. Ну, там, где были сундуки. И только вот 4-й этап я там из 5 сундуков открыл 4. Элиза сдалась, может, Новый год и правда будет для нас чем-то хорошим. Так, я не против еще одной победы, чтобы в этом убедиться. Что скажешь, Нет, ладно, счастливого всем Нового года. И вот так вот, ребятки, я получил долгожданную свою неджу. Обошлась она мне, конечно, большим трудом. Ну, как видите, мне еще остаются некоторые очки, и я их потрачу, чтобы получить еще там один другой пазлик. И для этого мы пойдем, вот, ребятки, в 4-м этапе. Будем это все делать. Там всего у нас 5 сундуков есть. 2 из них открыл я. 1 с пазлом, 1 с монеткой. То есть остается еще 3 сундука. Но мне очков, конечно, мало. Мне тут, по-моему, 1000 была, когда я начинал ходить. Ну, по крайней мере, вот сейчас мы попробуем один открыть сундук. Я там еще посмотрю, будет ли хватать мне очков. И попробуем. Ну, один точно, а второй под вопросом.
Так, кто у нас здесь? Вот этот интересный дракончик. Смотрите, у него фонарик на хвостике. Прикольно. Веселенький дракончик. Тоже китайского, у него есть стихия света. Так, ну у нас уже тем временем сейчас идет, я вот дописываю это видео уже в понедельник вечером. Уже началась новая акция, и противник у нас там в клановой битве очень-очень такой слабенький, так что мы там победим однозначно. Вот этот, ребятки, сундук, на который я хотел бы тоже позариться. Но чтобы туда дойти, нужно, по-моему, что-то в районе очков 600-500. У меня вот есть 300. Там еще немножко можно очков подсобирать. Но все равно, короче, мне не хватит сделать последних 3 шага. Забегая наперед, ребятки. Вот так вот мы сейчас тут дошагаем. Ну хотя вот сейчас еще одну битву с вами сделаем. И получается сколько? Я 19 из 22 собрал. Ну, но есть одна ошибка, ребятки. Если бы я ее не сделал, то я бы все смог пройти. А ошибка заключалась в том, что я снимаю видео для вас. Это вот самая большая проблема, потому что я не по несколько дней баллы накапливал. То есть я стоял на первом уровне несколько дней, потом вместе с вами мы прошли несколько этапов, потом я опять стоял несколько дней, пока мы там прошли там 4-5 уровень, да. То есть у меня одна серия, минимум 2-3 дня между сериями накапливалась. А это плохо, потому что... зависимо от того, на каком ты этапе находишься, тебе дается то сначала 200, то 300, то 400, то 500 баллов. То есть нужно максимально быстро продвигаться вперед, и тогда тебе будут давать возможность зарабатывать больше очков. Вот такие вот дела, ребятки. Что в итоге можно сказать, ребята? Что это первый замок, в общем-то, который я смог пройти, хоть и не полностью, но реально не хватило совсем капельки. Не хватило буквально там... сколько, три пазлика или сколько там мне не хватило, и я уже, как сказал, знаю, в чем причина. Потому что я долго стоял на месте, копил баллы, чтобы это, ну, побольше показать на видео. В следующий раз я этого делать не буду, и думаю, у нас тоже все получится. Хоть, ну, будет, может, немножко не так информативно в видео, но зато получится пройти замок очередной полностью, возможно, собрать все пазлики. Это при том, что я, в принципе, ночью тоже пропускал. То есть по одному пропускал, хотя в последних пару дней я уже и там так подгонял, что и ночью почти все собирал. Вот такие дела. Так что с вас по лайку. Я собрал первую свою замковую драконьюху.